Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и спешу похвастаться. Вновь в мои загребущие руки попал летающий фотоаппарат. Прошлый летающий фотоаппарат, полтора года назад, внезапно во время полета слетел с ума и удалился в сторону исторической родины Китая. Так его найти и не удалось. И все это время я снимал с земли. А теперь так все сошлось, что в результате всяческих договоренностей и манипуляций я стал владельцем Mavic Air в комплектации комбо, то есть с дополнительными батареями и со всяческими аксессуарами. Руки-то давно отвыкли от управления летающим фотоаппаратом. Да, я особо никогда и не умел это делать. Поэтому сегодня покажу вам пробные полеты. Давайте посмотрим, вот они. Взлетаю я над Рыбацким микрорайоном, который раньше назывался Умаром. Умар – это неточная аббревиатура. Управление морского активного рыболовства. Правильно управление называлось Управление активного морского рыболовства. Это район 9-й школы. Вот две новых высотных постройки. А дальше расселенные и еще не расселенные четырех- и пятиэтажки, построенные в 60-х годах века минувшего. Когда-то в 90-е годы я недолго жил в этом районе, на улице Кутузова. Впереди открывается панорама на Тихий океан и на ТЭЦ-2. Вот, видите трубу на горизонте? Это и есть теплоэлектроцентраль номер 2. И внизу дома улицы Кутузова. Я пока боюсь летать далеко. Видите птиц в кадре? Это тоже штука страшная. Они могут напасть на летающий фотоаппарат и повредить его. Полечу-ка я, пожалуй, назад. Первый пробный полет вроде бы не принес особых переживаний. Начинаю потихоньку снижаться. Мне сказали, что сажать летающий фотоаппарат нужно не на земь. Мне сказали, что его нужно принимать на руку. Вот сейчас я и буду пробовать первый раз это сделать. Датчики могут попытаться не позволить разрешить это. Поэтому я скомандую ему вниз и схвачу его рукой. Вот. А теперь я в самом конце улицы Рябиковской. Да-да, произношу я совершенно верно. Потому что название происходит от фамилии краснобандита Илариона Рябикова. Те, кто произносит Рябиковская, те малограмотные глупцы. А я потихоньку летаю над Рябиковской. Поднялся в районе конечной остановки автобусного маршрута номер 2. Красивое здание среди облупленных хрущоб – это средняя школа. Вдали мы видим Петропавловский ковш и как раз улицу Рябиковскую. Вот такие вот прекрасные петропавловские пейзажи. Отдаляюсь не больше, чем на 150 метров и поднимаю летающий фотоаппарат не более, чем на 100 метров, потому как пока мастерством пилотажа не обзаведусь,
Буду летать аккуратно и недалеко. И вот опять пытаюсь посадить летающий фотоаппарат на руку. Удастся ли мне это? Я-то уже знаю. А вы сейчас увидите. Готовьтесь. Вот этот страшный момент. Я пытаюсь поймать рукой летающий фотоаппарат. Оп! Вот так. И вновь улица Рябиковская. Только уже в самом начале. За гастрономом. Немножко ниже самой Рябиковской. Поднимаюсь с пустыря, где раньше стоял барак. Белый домик с зеленою крышею – это средняя школа, тоже приведенная в относительный порядок. Панорама, Петропавловский ковш, сопка любви. Летаю недалеко и аккуратно. Перед нами, на горизонте, остановка Красная Сопка и Сталинки на самой остановке. Вот такие вот виды столицы Камчатского края, мегаполиса, в котором живут миллиарды камчатцев. Рыбацкие общежития, бывшие рыбацкие общежития, стоящие в ряд. Краевая стоматологическая поликлиника. Это все район улицы Рябиковской. И опять сажаю летающий фотоаппарат. Детишки улицы Рябиковской заинтересовались. Им хочется посмотреть на старичка, который чем-то жужжал в небо. Пытаюсь схватить. Схватил. Вот. Ура! Удалось. Так все и закончилось. Вот так сегодня я экспериментировал с летающим фотоаппаратом. Это первые опыты, так что не судите строго. Я когда-нибудь научусь и буду снимать красиво. Теперь же, как вы привыкли, ставьте лайки, если вам нравится смотреть на Камчатку моими глазами. Обязательно пишите под роликом комментарии. Мне интересно знать, что вы думаете, глядя маленькие шедевры моего скромного канала? А ежели вы здесь впервые, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка. Ежели вы выполните ее рекомендации, то вы не будете пропускать мои новые ролики. Вот эта подсказка. Делайте, что она вам велит. Делайте. Сделали? Кнопочка «Подписаться» из красной стала серой, и в ней появилась волшебная надпись. Вы подписаны? Молодцы! Теперь вы будете постоянными гостями у меня. До свидания!